Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? На Радио Болтком «Открытая кухня». Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17:00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». Я Валерия Иванова, рада всех приветствовать. Мы продолжаем цикл передач с коллегами из Москвы. И сегодня я рада представить человека, у которого просто на 5 предложений описание ее деятельности. Я уверена, что сегодня будет просто один из самых интереснейших эфиров и полезных. Начинаю представлять. Профессиональный технолог, проектировщик предприятия общественного питания и коммерческих прачечных, руководитель департамента инженерно-технологического проектирования компании «Русский проект», спикер школы ресторанного менеджмента и сервиса «Новиков Скул», эксперт-аудитор «ХАСП», просто потрясающе красивая женщина сегодня по видеосвязи с Москвой. Юлия, добрый вечер. Юлия Губарева сегодня у нас в прямом эфире. Добрый вечер, Валерия. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Спасибо вам за такую презентацию, мне очень приятно. Да, говорим как есть, ничего не преувеличиваем. Собственно, сегодня у нас очень-очень такой интересный, насыщенный эфир. Я надеюсь, что мы уложимся во время, да, потому что темы такие, которые поднимаются и в Латвии, и в России. Столько рестораторов и бизнесменов, которые пытаются вложиться в ресторанный сегмент, но не до конца понимают, насколько это действительно сложный, структурированный бизнес, да, что такой же подход он требует. Давайте, Юля, начнем с того, да, как вы вообще пришли к этой профессии, почему от этого горит сердце, как давно этим занимаетесь? Я занимаюсь этим 2000 года. Мое профильное образование – инженер-технолог пищевой промышленности, но когда я заканчивала Кубанский политех, тогда, в общем-то, такие смутные времена были в нашей стране, если помните. В общем, тогда, наверное, ресторанный бизнес, он только-только зарождался. И волею судьбы я достаточно случайно попала в компанию, которая на тот момент открывала филиал в городе Краснодар. И я когда пришла первый день в работу в эту компанию, я сказала: да ну, что за нафиг? Вот это вот все кому-то разве надо? Разве вот это все кто-то будет покупать? Да еще за такие деньги. Но как-то я очень быстро втянулась в этот процесс. И надо сказать, что тогда о каком-то проектировании, профессиональном подборе оборудования, тогда, наверное, вообще речи не шло. Тогда только-только появлялись какие-то первые новинки, революционные, технологичные оборудования. И тогда для меня это все было в диковинку. И надо сказать, что для людей, которые работали на тот момент на ресторанном рынке, тоже это все было в новинку, потому что... наш ресторанный бизнес в России, он относительно молодой, да, то есть такая вот активная фаза, наверное, это последние 15-20 лет. А до этого, ни для кого не секрет, что рестораны всегда открывались как некий такой бизнес, чтобы показать себя, бизнес для друзей, бизнес для близкого круга, показать, какой я там молодец и так далее. Сейчас, конечно, это все становится все более настроенные и централизованные бизнес-процессы, и, конечно, уже к ресторанному бизнесу нельзя относиться столь же легкомысленно, как это было много лет назад. Я вот хотела, чтобы вы для тех слушателей, да, которые сегодня участвуют в нашей программе, расшифровала, что такое эксперт-аудитор ХАСП, да, потому что не все из этой сферы, да, кто-то не понимает, что это за аббревиатура, откуда она пошла, чем вы занимаетесь, что это за аудирование? ХАСП – это система международного контроля. Другими словами, это менеджмент организации, с помощью которого необходимо контролировать определенные критические точки. Что это за точки? Как правило, определяется внутри самого предприятия. Как правило, это процессы, связанные с термической обработкой продукта, холодильные и температурные режимы, которые связаны с хранением сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Это определенные инструкции для персонала, которые необходимо соблюдать. И, собственно, все эти меры направлены на повышение пищевой безопасности предприятия общественного питания. Поскольку предприятие общественного питания рассчитано на широкий круг
крупнопотребителей, то риск пищевого заражения, вообще пищевые риски в общественном питании достаточно высокие. Угу. ХАСП – это международная система, которая вот в Россию официально приходит с 1 января 2021 года, выходит новый СанХин, который полностью основан на принципах ХАСП. Угу. По большому счету, то это технический регламент Таможенного союза, и если вчитываться в каждый пункт, то можно проследить определенную аналогию, которая была в Советском Союзе, тогда это называлась производственная программа. По сути дела, это просто инструкции, регламенты, которые регламентируют деятельность всего предприятия общественного питания. Скажите, пожалуйста, а насколько ужесточились сейчас в целом требования, возможно, отношения даже самих владельцев, шеф-поваров к своим командам в условиях пандемии и того, что происходит сейчас в мире? Ну, честно говоря, конечно же, ужесточили, в первую очередь в связи действительно со всеми карантинными мерами. Конечно, все реагируют по-разному. Для большинства владельцев бизнеса, во-первых, это в первую очередь повышение расходов, потому что дополнительные меры, которые предъявляет Роспотребнадзор, связаны там с дополнительными санитарной обработкой, с дополнительным оборудованием, повышающим пищевую безопасность, те же маски, перчатки для персонала, для гостей. Это, безусловно, дополнительные расходы. Плюс, конечно, это накладывает определенный отпечаток на режим работы предприятия. То есть мы все люди, мы подвержены такому факту, да, как привычка. То есть если ты привык каждый день выполнять одну и ту же операцию, одну и ту же работу, то малейшее нарушение там хода твоей деятельности, да, приводит к определенной, скажем так, неловкости в ситуации. Да. И здесь, конечно, необходимо усиливать контроль за персоналом, больше работать с гостями, объяснять там необходимость этих мер там, и так далее. Поэтому, конечно же, большинство воспринимает это, с одной стороны, мы все понимаем необходимость этих мер, поскольку мы все живем в этот период таких жестких карантинных мер. С другой стороны, конечно же, это дополнительные расходы, это дополнительное напряжение в атмосфере и так далее. Ну, в общем, очень неоднозначная, надо сказать, ситуация как для владельцев, так и для гостей. Угу. Ну, а на данный момент, да, поскольку мы находимся сейчас в разных странах, и, на мой взгляд, это очень даже и хорошо, что вот есть возможность сегодня поделиться и даже где-то сравнить. Смотрите, у нас в Латвии сейчас объявлена чрезвычайная ситуация. Соответственно, рестораны у нас закрыты все полностью и работают только на доставку. Да, даже еда, которая предусматривала там до этого какие-то обеденные предложения, все только на вынос, да, и во всех кофейнях открыты двери, все заклеено лентами, невозможно сесть и выпить кофе, да, всем приходится, там, если ты на бегу, то обедать в машине или на лавочке, но сейчас уже пошел снег, поэтому это уже тоже достаточно некомфортно. Какая ситуация сейчас с этим в Москве, работают ли рестораны, есть ли какие-то ограничения по дистанции между гостями, как это сейчас происходит? Да, рестораны в Москве работают, но с недавнего момента ввели ограничения на режим работы до 23 часов. Из 23 до 6 утра предприятия общественного питания не работают. Да, да, во всех ресторанах необходимо соблюдать социальную дистанцию везде. Конечно же, увеличилось расстояние между столами, между гостями, и, само собой, уменьшилось количество посадочных мест, что уже является для ресторанного бизнеса одним из важнейших факторов снижения и падения доходов в связи с увеличением количества гостей. Многие рестораны переходят на режим работы, доставка, даже работа в онлайне, работа по индивидуальным заказам. Но надо сказать, что многие уже поняли, что нельзя доставку просто вот взять, там, сегодня проснулся, а сделаю-ка я доставку. Да? Потому что доставка – это тоже отдельный бизнес-процесс. Для этого необходимо и меню подстраивать, и работать с ассортиментом, и с гостями, и курьеры, и фактор доставки, расстояние, в каком виде курьер привезет ваше блюдо гостю, а что он получит и так далее. Поэтому многие, к сожалению, поняли, что доставка не панацея. Конечно, она остается в большинстве заведений, с владельцами которых мне удалось пообщаться, конечно, большинство оставляет, но, тем не менее, это далеко не панацея. Но такая ситуация не во всей стране, не во всей России.
во многих городах общепит закрыт вообще. Например, да, там в Санкт-Петербурге закрывают общепит, я знаю, что в Краснодаре общепит, фудкорты и массовые такие места массового посещения гостей тоже закрыты. Ну, в общем, это, конечно, такая нетипичная история для ресторанного бизнеса. Ну да, безумно тяжелая, особенно здесь у нас, видите, вообще все закрыто абсолютно, и город превращается опять в город-призрак. К сожалению, все это очень грустно и действительно сумасшедшие потери. Если у нас посмотреть объявление о продаже бизнеса готового под ключ, да, это через один, ну, достаточно все грустно. Ну, давайте представим, что все это когда-нибудь закончится, будем на это надеяться. Я хотела бы, чтобы вы сегодня осветили такую важную тему, как открытие, да, ресторана до вот рекламной паузы. У нас часто встречается здесь, в Латвии, да, поправьте меня, если там в Москве это иначе, что все считают, что открыть ресторан, ну, большинство, не все, конечно, это вот легко, да, вот у меня есть там, не знаю, такая задумка, я хочу сделать свое кафе или ресторан, ну, поставлю шефа, положу салфетки на стол, закуплю вина, ну, и все, что там, пусть официанты бегают. Но ведь на самом деле это один из самых сложных, да, бизнесов, который действительно требует структурированного подхода. И вот я хотела поговорить с вами, как со специалистом с более чем 20-летним стажем, да, чтобы опровергнуть это, да, поскольку вы в Новикове читаете на эту тему лекции, из чего складывается, в принципе, открытие, да, предприятия в общепите, что важно, что первично, как расставить приоритеты, на что больше всего уходит времени. Потому что, ну, вот прям желаю развеять этот миф, чтобы люди не тратили свои деньги и потом не закрывались через полгода даже у нас здесь, в Европе. Да, Валерия, действительно, это очень актуальный вопрос. Во-первых, я поддержу ваше мнение в том, что действительно большинство людей, которые никогда с ресторанным бизнесом не были связаны, считают именно так. Я всегда говорю, что ресторанный бизнес вообще в мире и в России особенно очень сильно романтизирован. Действительно, человек, когда задумывается об открытии своего ресторана, он, знаете, как себя представляет? Он такой стоит красивый, встречает гостей, полный зал, довольны официанты, все хорошо, и длинные-длинные чеки. Знаете, вот мне кажется, что люди представляют себе именно такую картину. Поэтому, когда люди вот обращаются, допустим, там, ко мне, да, там, к моим коллегам, вот первый вопрос, который я задаю, это вот, а какая у вас будет концепция? А в чем будет идея вашего заведения? Неважно, кафе, это фастфуд, ресторан, столовая, фабрика, не имеет значения. Все идет на самом деле от продукта. Потому что открыть еще одно точно такое же кафе или еще одно точно такое же столовую, ну, вообще не факт, что люди пойдут именно к вам, или что это будет хорошо именно у вас, а почему... То есть вот все эти вопросы необходимо для себя... На все эти вопросы для себя необходимо ответить. Есть такой ресторатор московский, я уверена, что вы его знаете, Борис Зарьков, владелец семейства ресторанов White Rabbit Family, и вот он на своих презентациях, когда он говорит, у него один из первых слайдов называется так: «Начни с почему». Mm-hmm. Есть такая книга, и вот ответ на этот вопрос... действительно дает ключ ко многим, дает ключ и ответы на многие вопросы. То есть самое главное – это концепция. Угу. Причем, что важно, что концепция должна быть в абсолютной гармонии с тем местом, которое вы выбрали, с той аудиторией, на которую вы рассчитываете, с пониманием того, на кого вы работаете, как эти люди к вам попадают, вплоть до того, что необходимо там просчитывать маршруты этих людей, да, понимать, что для них будет удобнее, анализировать свою аудиторию, анализировать те заведения общественного питания, которые уже в вашей локации работают, почему люди к ним приходят, что их именно там привлекает. Потому что у меня есть один очень хороший знакомый, очень уважаемый человек в мире общественного питания в Краснодаре, Сергей Геннадьевич Фукс такой. И он всегда говорит, на хороший, красивый дизайн к тебе придут один раз. Да. А вот на вкусные котлеты к тебе могут ходить каждый день. И вот в этих словах вот прям вот вся суть, мне кажется, ресторанного бизнеса. Поэтому прежде чем начать, вот надо себе ответить на все вот эти вот вопросы. А потом, конечно же, нужно понимать, что абсолютно верно вы говорите, что это очень сложный бизнес-процесс, где вы должны, где владелец без полного погружения не сможет контролировать эти вопросы и процессы никогда.
да, то есть и это и персонал, это и сервис, это и технологии, это инженерия, это огромное количество людей, которые работают над вообще над идеей, над созданием. Это люди, которые помимо того, что открыли, ведь многие думают, что все, я открыл, фуф, можно выдохнуть. На самом деле нет. Когда ты открыл, вот сегодня начинается твоя настоящая ежедневная рутинная работа. Потому что это операционная деятельность ежедневная, это работа с персоналом ежедневная, это сервис, как, знаете, как любой официант за 3 рубля, да, там дешевый самый сотрудник способен уничтожить любую самую прекрасную идею вашего ресторана, если он там неправильно ответит гостю или там, как-то не так с ним себя поведет. Ну да, или поэтому, если там в самом заведении, опять же, там нет HR-менеджера, да, нет какой-то стандартизации процессов, регламента, да. Собственно, как выходить из конфликтных ситуаций, работы с возражениями, да, да, гостя. То есть если этого нет, то я сама это вижу тоже здесь у нас в Латвии, через раз, так как я тоже являюсь ресторанным здесь местным критиком, все время пишу, ребята, одно дело открыть бизнес, да, другое дело набрать людей, которые будут его тебе поддерживать, а не плевать в колодец, из которого пьют, как грустно этого бы не звучало. Ну вот, что касается людей, да, пока у нас еще есть буквально пару минут до ухода на рекламу, давайте так, помимо владельца, да, там, скажем, инвестора, сколько должно быть людей в команде на начальном этапе, чтобы этот процесс от поиска помещения до открытия дверей, еще мы не берем, да, команду там зала, команду клининга, а вот таких, скажем, вот, которые будут decision-makerами, да, каждый в своей области, имеющий свою компетенцию. Какова должна быть вот эта вот команда, да, и из скольких человек она должна состоять? Ну, я, наверное, отвечу так, да, что вот я, допустим, как технолог, появляюсь в ресторане задолго до его открытия. Да. Собственно, я всегда говорю, что вот как только у вас появилась идея, начали там поиск помещения, вы уже можете привлекать технолога. Параллельно с технологом на проекте должен появиться дизайнер либо архитектор. Угу. Тот человек, который будет отвечать за внешний вид зала и за общую концепцию, скажем так, всего заведения. Да. Обязательно же на этом этапе должен появиться инженер, либо представитель строителя, подрядчика, тот человек, который будет заниматься всеми инженерными сетями. Потому что ресторан – это высокотехнологичное производство, это электричество, это вентиляция, это водопровод, канализация. Если у вас предприятие будет находиться, там, допустим, в жилом доме, то это осложняется еще и дополнительными требованиями, которые могут быть повышены со стороны жильцов этого дома. Это должен быть обязательно какой-то руководитель проекта со стороны заказчика, который будет координировать всех этих людей, который будет координировать работу каждого, скажем так, участника этого процесса. То есть, например, для меня, да, важен дизайнер там, либо архитектор, потому что мы с ним должны договориться, где проходит граница кухни, а где начинается зал. Конечно. Вот мы границу провели, и каждый занимается своей частью. Да. Вот. Соответственно, когда у нас появляется технологический проект, у нас появляется набор необходимого оборудования, мне как технологу необходим инженер, потому что я буду обозначать, какие мне нужны мощности, где нам нужны мокрые точки, где какая нам нужна вентиляция. И все эти вопросы мы должны с ним обсудить именно на этапе проведения грязных строительных работ. Да, да. Чем раньше, тем лучше. Да, то есть задолго еще до самой красивой картинки. Совершенно верно. Да, и, конечно же, на этом этапе уже нужен шеф-повар, потому что выстраивание кухни, кухня выстраивается под концепцию. Концепция предполагает определенное меню, какие-то блюда специфичные, которые требуют особого приготовления, которые требуют дополнительного какого-то оборудования, не знаю, там, возможно, там какие-то интересные грили, какие-то печи, может быть, у повара будут какая-то там дополнительная идея, то есть здесь необходима уже такая совместная работа. То есть вот у нас получается несколько разноплановых специалистов, да, это технолог, это архитектор, это шеф-повар, это инженер и это управляющий проектом, то есть минимум там 4-5 человек, это должна быть такая команда, которая будет работать все вместе.
Да, самое главное, все вместе, сообща, да, эффективно коммуницируя, а не делая каждый то, что хочет, да, и без каких-то обсуждений. Из чего складывается бюджет, да, в какой момент стоит набирать команду, мы обсудим после небольшой рекламной паузы. Оставляйтесь с нами. Вы слушаете «Радио Болтком». Еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». И мы сегодня продолжаем цикл передач с гостями из Москвы. Сегодня у меня в эфире Юлия Губрева, профессиональный технолог-проектировщик предприятий общественного питания, коммерческих и прачечных, руководитель департамента инженерно-технологического проектирования компании «Русский проект», спикер школы ресторанного менеджмента и сервиса «Новиков Скул» и эксперт-аудитор ХАСП. Сегодня мы обсуждаем все этапы открытия заведений в общепите, сравниваем проблемы в Латвии и в Москве, в России в рамках этой сферы. И мы остановились на том, собственно, с чего стоит начать, какая команда должна быть уже сформирована. Давайте, Юля, продолжим. Значит, из чего складывается изначально бюджет? Давайте о деньгах, любимая тема Дудя, да. Ну, конечно же, да, основной, ну, вообще, я всегда говорю, что любой ресторан – это в первую очередь место про еду, да, то да. есть, ну, мы уже говорили, да, что может быть красиво 100 раз, атмосферно, там, и так далее, но должно быть обязательно вкусно. Конечно, кухня определяется, безусловно, тем оборудованием, которое будет эксплуатироваться, и, конечно, оборудование – это одна из основных статей расходов в любом предприятии общественного питания. Помимо того, что есть основное оборудование технологическое, которое чаще всего скрыто от глаз гостей, хотя, конечно же, бывают форматы такие, как называется ваша программа, да, «Открытая кухня», когда все происходит на глазах у гостя, но надо сказать, что подобные форматы, они, как правило, увеличивают бюджет оборудования, бюджет самого предприятия, поскольку некоторые процессы иногда дублируются, поскольку основная задача в том, чтобы показывать гостю только красивые процессы, соответственно, весь бэк, вся подготовка, все первичные операции должны быть вынесены за пределы открытой кухни. Плюс есть оборудование, которое очень часто интегрируется в интерьер самого заведения. Это могут быть витрины, винные шкафы, специализированные шкафы для там, подгревания мяса, очень популярная тема, для хранения там сыровяленых колбас или ветчины, для хранения сыров. Это все оборудование достаточно дорогостоящее, поскольку помимо высокой технологичности, требующей его производства, оно еще, безусловно, ну, должно обладать очень, очень привлекательным внешним видом. Да. Поэтому вот стоимость и бюджет, наверное, на оборудование, да, оно определяется и уровнем притязаний самого заведения, уровнем и статусности того, к чему стремимся, и будущим средним чеком, ну и в общем всей концепции. Угу. Ну, а если мы говорим еще про открытую кухню, что вот, мне кажется, самое главное, что должны услышать наши радиослушатели, все это, конечно, так красиво, и шеф уходит, у тебя есть ощущение, что вот только с ножа ты получаешь, да, это блюдо, действительно есть возможность наблюдать этот кулинарный спектакль, театр, это вау. Но самое главное – это вентиляция, потому что без нее ваше прекрасное коктейльное платье будет пахнуть всеми запахами, да, какой бы красивой открытой кухни ни селфи на фоне нее не получилось бы. Совершенно верно, да. Вентиляция – это очень важный фактор. Помимо того, что есть определенные требования к установке вентиляции, и далеко не в каждом помещении технически возможно сделать так, чтобы это и, скажем так, отвечало требованиям и соответствовало санитарным нормам. Плюс, если, например, в ресторане есть желание по использованию живого огня либо каких-то травяных печей, дополнительные установки, как по вентиляции, собственно, отдельные вентканалы, так и дополнительные гидрофильтры, установки пожаротушения и так далее. То есть это еще дополнительный бюджет. То есть вот эти все вещи, они, конечно,
очень сильно влияют на стоимость. Да. Поэтому прежде чем, я всегда всем своим заказчикам говорю, что прежде чем вы согласитесь там, или вы подпишете договор аренды на то или иное помещение, вы должны понимать, каким требованиям оно должно соответствовать. Вы должны понимать, в каком здании оно находится, какое у него назначение, что нельзя использовать там жилые помещения, например, для размещения предприятий общественного питания. Есть ограничения по размещению предприятий общепита, например, в подвалах или в цоколях. То есть, ну, вот эти все моменты, их, конечно, требуется обязательно учитывать и согласовывать. Безусловно. Хорошо, мы поговорили про технику, да, про деньги. Давайте поговорим теперь еще раз про людей. И про то, на что, вот как мне кажется, да, ну, по крайней мере, по опыту работы здесь, в Латвии, владельцы зачастую, вот они закрывают на это глаза, и почему-то это делают уже позже, после того, как заведение открылось. Не прописывают стандарты сервиса, какой-то брендбук, стандартбук, да, где были бы указаны вот прям степ-бай-степ шаги обслуживания, шаги наших каких-то принципов заведения, история заведения. В дальнейшем не знакомят своих сотрудников с этим, да, и тем самым теряют мотивацию, что ты являешься частью вот такого уникального концепта, красивого места, востребованного ресторана или бара. И что мы получаем в итоге? Персонал, который был набран в ОПХ, лишь бы кто, лишь бы были руки, ноги, лишь бы от меня не убежал, он просто работает и не отличается ничем от сотрудника другого любого, там, даже не ресторана, а любой другой кафешки. Вот насколько с этой проблемой в Москве, в каком этапе идет создание стандарта брендбука и набор квалифицированного персонала, а не просто вот за неделю набираем, кого хочу, кто есть на рынке? Это огромная проблема, причем, насколько мне известно, в России, во всяком случае, везде, и в Москве, и в регионах, в любом городе всегда эта проблема. На мой взгляд, она идет от того, что, во-первых, есть такое сложившееся мнение, да, что там любой студент, там не очень компетентный человек, нет проблем получить работу официантом. Да? Угу. То есть нет как такового... Во-первых, нет как такового образования. Ну да. Ни образования, ни культуры этой профессии, нет престижа, по-честному. Да? В России, в Москве компании, которые имеют, которые являются сетевыми, у них, безусловно, есть внутренние стандарты, по которым они учат свой персонал и требования, которые они предъявляют. Единичные проекты, к сожалению, особенно если это люди сами по себе еще не очень опытные рестораторы, они, как правило, действительно не заморачиваются таким вопросом, как прописать стандарты и инструкции для персонала, им кажется, что если бы там официант улыбнулся, принял заказ и там сказал «здравствуйте, спасибо, до свидания», то этого, в общем-то, вполне достаточно. Но на самом деле, действительно, это большая-большая проблема. Поэтому, на мой взгляд, в первую очередь, потому что нет престижа профессии, и она, собственно, с одной стороны, ее и не было, поскольку нет действительно там ни образования, ничего. Во-вторых, и сами рестораторы, наверное, владельцы бизнеса действительно, слегка пренебрежительно относятся к линейному персоналу, тем самым, не добавляя весомости этому делу и, в общем, не особо дорожат. Наверное, это было связано с тем, что действительно людей на рынке было много, не этот как следующий. Но сейчас эта ситуация с карантином показала, что, оказывается, дефицит кадров существует. И очень многие задумались о том, чтобы брать людей и учить, дорожить персоналом, как-то пытаться их как-то удерживать там, и так далее. Поэтому... сложный вопрос. Вы знаете, сравнительно, да, у нас это прям на 180 градусов. В другую сторону все поменялось. До этого был переизбыток персонала, то есть наоборот, была нехватка персонала, да, владельцы буквально на коленях могли стоять, условно, да, любые какие-то условия, да, начинались даже как на рынке торговаться, нет, ставку такую, чаевые такие, до карантина, до всей ситуации с пандемией, и я не раз в этой студии уже говорила, что раньше выбирали у нас здесь
работники, да, они могли прийти на тестовый день в одно заведение, завтра в другой, неделю здесь поработать, уйти туда через дорогу, и вели себя, ну, такие, как, знаете, низкой социальной ответственности, не будем говорить, кто, да, то есть где мне там подороже приплатят, я туда и убегу. Сейчас из-за того, что у нас огромная безработица, огромные сокращения, выбирает сам работодатель, кого он себе может взять, да, он может выбрать среди более квалифицированных сотрудников, да, и как-то вот в этом плане отношения работодатель-работник, они вот в плюс у нас в Латвии. То есть, а вот я понимаю, так в Москве это изменилось иначе совсем. Да, изменилось немножко в другую сторону. Во-первых, потому что то, что я наблюдаю, да, допустим, многие заведения, особенно те, которые, допустим, располагаются в торговых центрах каких-то, в таких достаточно проходимых местах, с одной стороны, с другой стороны, поток гостей даже в эти места, он сильно упал. И я столкнулась с тем, что, например, там, придя в один там, сетевой ресторан, который в торговом центре располагается, там да. всегда биток и всегда вот, ну, очень быстро приносят еду, мы раздали там, свой там, элементарный заказ там, в течение 40 минут. И ну, я просто человек из индустрии, поэтому я понимаю ситуацию. Я стала разговаривать с администратором, а он говорит, мы не можем содержать такого количества персонала, потому что мы работаем фактически там пятницу, субботу, воскресенье, когда еще хоть как-то более-менее есть гости. А в рабочие дни гости почти не приходят, а заведение большое. Соответственно, мы вынуждены персонал отпускать, а потом, когда наступают выходные, мы не можем их обратно собрать. Поэтому, да, в Москве, во всяком случае, есть такая проблема. И многие, кто... во время пандемии, да, там рестораны, которые позакрывались, очень многие люди просто поуходили из, он стал не официантом, не знаю, там, а строителем или там продавцом, и, в общем-то, не собирается особенно возвращаться в ресторанный бизнес. Поэтому, да, проблема есть. Угу. Ну да, проблемы вот у нас у всех есть, но они разные, но есть, да. Эта сфера действительно сейчас несет огромные потери, но я думаю, что как после любой такой фильтрации это принесет тоже свои плоды и где-то поменяет наше мировоззрение. У нас остается еще около 12 минут эфира, и мне хотелось бы, чтобы мы вот точно успели, да, еще обсудить такие моменты, как уникальный проект. Вот я хочу себе милое место для завтраков, такое вот все красивое, да, ну вот представьте себе разговор на кухне, там, условно, мужа с женой, где муж сказал, вот, давай тебе откроем бизнес. Вот что такое уникальный проект? Как найти эту нишу в рамках такого количества? У вас вообще в Москве переизбыток этой конкурентности, этих предложений, уже, ну, чего только нет. Вот что такое уникальный проект в вашем понимании, Юль? Вот в моем понимании это вот то место, куда хочется возвращаться. Куда ты специально идешь за каким-то блюдом, которое ты нигде не можешь попробовать. Или, например, за той атмосферой, которую тебе дарит там то или иное заведение. Для меня, например, ну, я достаточно искушенный, наверное, в этом смысле взгляд, да. Но для меня, например, очень важно, когда сам шеф выходит, например, к гостям. Да. Для меня важен вот этот вот момент контакта. Мне есть такой шеф-повар Андрей Матюхов в Краснодаре, да. Он достаточно известная, популярная личность, и вот он всегда в своем заведении, там у него печь есть и угли, вот он всегда выходит и спрашивает, вам понравилось? А что не понравилось? А здесь как? А здесь? То есть у него вот такой прям прямой контакт с его гостями. Для меня вот это, ну, некая уникальность. Ну, помимо того, что он просто гениальный повар. Вот, поэтому я знаю очень многих, я слежу за, ну, за многими, почти за всеми рестораторами, которые есть в Москве. Я знаю, что многие из них используют такой термин, как насмотренность. Да? То есть они много ездят, они много путешествуют, они смотрят разные концепции, идеи, которые открываются там, по всему миру. Ну, сейчас там чуть ограничения есть, но, слава богу, есть интернет. И вот отсюда пытаются там создать какой-то свой уникальный проект. Например, возвращаясь к тому же Борису Зарькову, да, они сейчас открыли, не знаю, вот, на мой взгляд, уникальный проект, согласна, который называется «За красота», где это некое иммерсивное такое шоу, это приготовление, там шеф-повар Владимир Мухин. Вот это какая-то уникальная концепция, куда уже хотят попасть все, и где билеты проданы до февраля, судя по Инстаграму и по официальному сайту ресторана. То есть вот, вот этот вот уникальный продукт, конечно же, каждый находит для себя. Соответственно, какой ты продукт создал, такую аудиторию вокруг себя ты и соберешь. Потому что, ну, мы притягиваем подобных себе.
Ну, касаемо там, да, проектов Зарькова, понятно, да, то есть действительно это уже такие вот люди именитые, да, и все его рестораны, и я тоже посчастливилась мне когда-то в жизни познакомиться с шефом Мухиным, да, и побывать в White Rabbit ресторане, получить от него вот тот самый, как вы сказали, вау-эффект, да, когда выходит человек в зал, спрашивает, дарит тебе определенный такой индивидуальный подход. Но в чем вот самые главные, скажем, ошибки, да, промахи, потому что, как я вам уже успела до эфира сказать, у нас тут по полгода, ну, еще даже до ЧС, могут рестораны вот один поменяться, второй поменяться, только ходишь, уже вывески не можешь запомнить, что же здесь было на этой улице и конкретно по этому адресу, что за заведение там было. Вот из-за чего закрываются? В чем самые главные промахи? Там мы обсудили уже какие-то на предэтапах, да, что следует обязательно учитывает. А во время, вот помимо сервиса? Помимо сервиса, конечно, это соответствие концепции, локации и той аудитории, на которую вы рассчитываете. То есть можно, например, хотеть, не знаю, там, иметь идею открытия, как у меня сейчас тут есть один проект, ирландский паб, но открывать его там в, не знаю, там, в спальном районе, где, не знаю, там, молодые мамочки с колясками, изначально провальная идея. То есть нужно относиться к ресторану в первую очередь как к бизнесу. Это, если это игрушка, как у меня была одна клиентка лет 15 назад, которая сказала, я открываю свою фантазию. Ну, там была ситуация такова, что она могла себе это позволить. Но когда появилась вторая фантазия, муж, который спонсировал всю эту историю, сказал, мне все хватит, наигрались. То есть нужно к ресторану относиться именно как к бизнесу. И когда ты начинаешь относиться к этому как к бизнесу, который рано или поздно должен начать зарабатывать, тогда все становится на свои места. Если ты чего-то не знаешь, значит, надо идти учиться. Если у тебя не хватает каких-то знаний, значит, надо привлекать специалистов, консультантов, либо учиться самому. То есть сейчас знаний и в открытом доступе, и в открытом, и не в открытом, ну, более чем достаточно. Ну, более того, сейчас... Поэтому, на мой взгляд, да, концепция, локация и аудитория. Это три факторы. А как выбрать направление в кухне? То есть, да, мы вот про концепцию поговорили, это, в принципе, туда входит, да, в концепцию, это от кухни и пляшет. Что для вас, вот как для специалиста с таким большим опытом, является тренд, а что антитренд? Вот как вам кажется? Что вот сразу режет глаз? Для меня режет глаз, когда вот в одном заведении, знаете, вот все, тут пицца, тут суши, тут свиные уши. Моя любимая. Вот там, да, пиво, тут вино. Вот когда нет ничего, вот, ну, какой-то нет единой линии. Вот для меня это прям очень сильно бросается в глаза. Для меня очень сильно бросается в глаза, когда какой-то продукт выполнен некачественно. То есть ты понимаешь, как это должно быть. Как этот продукт, скажем так, должен быть в эталонном исполнении, и когда ты понимаешь, что вот владелец вложил сюда силы, средства, душу, кучу денег, а пришел повар и все испортил. И оборудование у него хорошее, и продукт у него хороший. Но вот он настолько попустительски, что ли, к этому отнесся, что продукт он испортил. И это на самом деле ошибка владельца. Потому что это он недосмотрел где-то недостаточно контроля. То есть все равно, в любом случае, всегда отвечает владелец. То есть для меня вот это всегда прям очень такой болезненный момент. Всегда, когда приходишь на кухню, ты понимаешь, что вот это оборудование стоит, ну, как хороший автомобиль. Они его, не знаю, там используют как банальную микроволновку. Вот это вот прям... очень-очень больно. Но ведь согласитесь, есть еще и обратная, да, сторона. Вот мы с вами работаем в этой сфере. Да, вот я абсолютно подписываюсь под каждым вашим словом. Действительно, у меня стирается это, они становятся безликими, эти рестораны, где это сборная солянка. Но буквально вчера мы с моим мужем изучали статистику топ-ресторанов на сайте, который предоставляет службу доставки. И вы не поверите, именно такие заведение, где сборная солянка, где ужасное качество, где не самые низкие цены, вошли в топ-5 заказов Латвии вот сейчас, когда у нас объявлено ЧС, и большинство людей работают на удаленке. Как считаете, как изменить
Вот именно если мы говорим про другую сторону медали, про аудиторию, про жителей, про потребителя, вот это отношение, да, что ой, вот здесь вот есть все, и я сразу на всю компанию и шашлыка, и мышлыка, и суши, и пиццу закажу, ну, здесь же все есть. Вот как поменять это? С чего этим людям начать, потребителю? Ну, вот смотрите, в доставку чаще всего идут вот именно те самые продукты, которые вы сейчас перечислили, да? То есть суши, пицца, бургеры и так далее. Это продукты, которые легче всего, с которыми легче всего работать в доставке. Они меньше всего страдают в процессе, пока их довозят до конечного гостя. Ведь любое блюдо, если его только вытащили из парокомплектомата, повар, да, уложил его там в ланчбокс и отдал курьеру, пока курьер его везет, оно продолжает термически готовиться. То есть если это кусок мяса, там продолжают происходить термические процессы. И вот здесь вопрос, который вы затронули, он действительно очень важный, потому что в доставку можно запускать далеко не все. То есть почему эти рестораны вошли в топ-5? Потому что это доставка, и потому что действительно заказывают большие компании. Потому что доставка стоит денег, если там люди работают, да, там, ну, заказали там на всю семью или там на весь коллектив. Поэтому рестораны вот, какой-то там авторской кухни, да, им очень сложно в этом работать, потому что, повторюсь, что не каждое блюдо они могут доставить. Мы недавно общались с Александром Журкиным, это кафе «Пироги, вино и гусь». И мы как раз с ним тоже на эту тему говорили. У них титульный продукт в ресторане – это гусь. Да. И он говорит, я говорю, почему вы не стали делать доставку? Да потому что если я приготовлю и отправлю своему гостю, он получит резиновую подошву. Потому что этот продукт доставлять нельзя. И что они сделали? Он говорит, мы сделали следующее. Мы взяли отдельные ингредиенты, как для блюда. То есть если это салат «Цезарь», то это отдельно подготовленные овощи, отдельно упакованные, отдельно подготовленный соус, завакуумированный. В таком виде этот продукт может храниться там двое суток, например. Это отдельно утиные и гусиные ножки, которые он особым образом маринует и тоже вакуумирует. И когда вот этот продукт доставляется гостю на дом, гость может сегодня приготовить, может завтра приготовить, но он уже промаринованный, и приготовление там просто финальное. То есть нужно просто, ну, условно говоря, регенерировать. И тогда продукт, клиент получит блюдо ресторанного уровня и достойного качества. Но, к сожалению, меню далеко не каждого заведения можно вот так вот разложить, и далеко не каждый шеф-повар или владелец в этом может быть заинтересован. Ну, еще и учитывая расстояние Москвы, безусловно, блюдо просто потеряет, что называется, товарный вид, и то, сколько творчества, любви и стараний было приложено от самого шефа, это просто будет перетрясено, если можно так сказать, в сумке курьера, ну вот, к сожалению. Хотя у нас вот в условиях ЧС сейчас рестораны люкс-класса, да, где авторская кухня, поняли, что иначе им придется закрыться и вовсе, стали просто больше продумывать упаковку, пользоваться теми сервисами доставки, которые доставляют еду не дольше, чем полчаса по Риге, да, поэтому, ну вот как-то, да, адаптируемся мы под нынешние реалии. Юлия, нам нужно уже заканчивать, но я бы хотела, чтобы буквально вот в трех пунктах, да, у нас две минутки остается, мне звукорежиссер подсказывает, возможно, вот в условиях пандемии три человеческих совета для тех, кто работает в этой индустрии. Сохранять спокойствие, веру в себя и помнить, что человеческая порядочность, она, как сказать, это, наверное, такой базовый приоритет, то есть она не подвержена никаким влияниям, никакой пандемии, и рано или поздно она все равно будет в цене. Поэтому все, что мы делаем, нам все возвращается. Поэтому я всегда говорю, что я за честный бизнес, за честную конкурентную борьбу. Самое главное – спокойствие, ну и здоровье, конечно. Да. Супер, супер. Очень такой у нас действительно получился продуктивный эфир, максимально положительный, позитивный. Юлия, вам огромное спасибо за то, что вы тоже как сотрудник этой сферы сейчас, я уверен, переживаете всем сердцем. Вот, пусть у вас тоже все будет хорошо, берегите себя, своих близких, и надеюсь, что когда-нибудь познакомимся также вживую. Программа. Спасибо вам большое. Да. Сегодня у нас в эфире была Юлия Губарева, звукорежиссер Родион Золотарев, я Валерия Иванова. Открытая кухня. До встречи в следующий понедельник.